Рита, что, Катю нашли? Она жива? Звонили похитители. Катя, у них сказали, в общем, требуют выкуп, иначе... Не смей даже думать об этом. Успокойтесь, все будет хорошо. Жили. Все будет хорошо, если мы будем действовать без паники. Да. В первую очередь надо обратиться в полицию. Обращались мы в полицию уже, понимаете? Обращались. Сказали самостоятельно ничего не предпринимать. И правильно сказали. А во-вторых, нам надо успокоиться и давайте вспомним все подробности. А позвонили на мобильный, на городской? Нет, на городской. На городской. Номер определился? Определился. Ну, незнакомый какой-то. Я, естественно, перезвонил, там заблокировано все. Голос какой был, мужской, женский. Ну, давайте вспоминайте подробности. Ни мужской, ни женский. Да какой? Он естественный какой-то, не знаю, как будто механический. Да, скорее всего, компьютерные программы изменили, и все. Я даже не понял, кто звонил. Значит, попросили выкуп. Сколько? Много. Варвара Ивановна, мы, конечно, очень ценим вашу помощь, но этим делом должна заниматься полиция. Да. Если нужна будет моя помощь, звоните. Спасибо. Держитесь. Спасибо за поддержку. Я хочу, чтобы вы знали, я достану любую сумму ради Кати. Вы слышите? Любую. Чего бы мне это ни стоило. Я знаю. До свидания. Всего доброго. Господин Коренев, это вас Сафронов беспокоит. Хочу поставить вас в известность, что ваш телефон, ну, в целях безопасности, поставлен на официальную прослушку, а дом будет находиться круглосуточно под наблюдением наших сотрудников. Да, господи, не за что. Да? Здравствуйте. О, Варвара Ивановна. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Вы себе представить не можете, Сергей Павлович, как приятно приходить сюда по официальному приглашению, да, да. А не то, как я. Ну да, раньше-то и без приглашения проходили. Не будем вспоминать то, да, что... Не было. Будем, да, не будем, не будем, не будем. Варвара Ивановна, а у меня для вас, ну, мне кажется, хорошая новость. Дело у Мурзыкина забрали и передали его мне. Спасибо. Ну, теперь мы с вами зубами грыземся и... Я вот об этом хотел поговорить. Да. Варвара. Понимаете, похищение – дело такое тонкое, и любой неверный шаг мы можем иметь, ну, катастрофические последствия. Я понимаю. Не говорите со мной, как с ребенком. Да. Я все понимаю. Простите. Поэтому у меня к вам, ну, огромная просьба. Доверьте это нам. Не вмешивайтесь в это дело. Простите. То есть, я проделала всю подготовительную работу, а теперь вы наготовенькая, а мне тупо сидеть в кустах? Варвара, ну зачем вы так? Ну что вы имеете в виду? Вот эту несанкционированную слежку за Кореневым? Молите Бога, что он оказался порядочным человеком и не написал на вас жалобу. Ну, так что, пообещайте мне. Да, я поняла. Ну, не вмешиваюсь. Да, ну так будет лучше. Хорошо, до свидания. Спасибо, Варвара Ивановна, спасибо. Прекрасный сегодня день, Варвара Ивановна. И город у вас замечательный. Вот какое удивительное место вы мне открыли. Да. Между прочим, именно в этом парке и пропала собака Катя. Варвара Ивановна, вы можете хоть на час отвлечься от расследования?
Геннадий Петрович, ну сами подумайте, кто будет этим заниматься, если я оставлю все на самотек? Профессионалы эти, как они себя называют. А что делали эти так называемые профессионалы, когда Катю украли? Вот что они делали? Бездействовали? Варвара Ивановна, ну вы же понимаете, что этот ваш Сафронов прав. Ему надо операцию организовывать, а не этими вашими версиями заниматься. А у меня версии интересные. Что же я должна сидеть и молчать в тряпочку? Ну, зачем же идти на такие крайности? Расследуйте преступление. Какое? Вот это вот, вот скучное ваше, да? То, что в гостинице произошло. Нет, это скучно. А, у вас дело продвигается? Пока не очень продвигается, но я раскрою это дело. Пари есть пари. Но я о другом преступлении. Вы же сами говорили, что собаку Кати, возможно, украли. Если вам нельзя заниматься похищением девушки, раскройте исчезновение собаки. Спасибо. Угу. А перед новым делом нужна передышка. На Востоке, говорят, лучший отдых – чистое созерцание. Вы просто смотрите вокруг. Какая красота. Да, красиво. Очень. Спасибо, Антон. Спасибо, что согласились нам помочь. Да нет проблем. Кирилл сказал, что вам срочно надо. Ну да, ветка что-то приболела. Какая-то вялая. Тогда нам в Апорт надо. Элитный кинологический клуб, и там лучший ветеринар в городе. От Кати никаких вестей нет? Ну, Кирилл сказал, что похитители больше не звонили. Угу. У них дома аппаратуры там понаставили, чтобы записывать новые звонки. Жучков? А, я думаю, откуда вы знаете, куда лучше ехать? Вы ж кинолог. Собак хорошо знаете, да? Ну… А вот такая собака, как Грин, она могла пойти с незнакомым человеком, как баран? Грин? Ну да. Думаю, нет. Мне тоже кажется. Она была выдрессирована такими спецами и… Нет, чужому она бы в руки не далась точно. А со знакомым пошла бы, правда? Со знакомым? Думаю, да. А вы что же с Грином знакомы были, да? Ну, он меня признавал. Слушайте, вы что думаете, это я его… Не отвлекайтесь, я ничего не думаю. Мне просто любопытно, я и спрашиваю. Спасибо. Спасибо, Антон, вам большое. Да, нет. А вы с нами не пойдете? Я нет. Там Катин бывший работает, гад редкостный. Меня из-за него с работы выперли. Да вы что, правда? Да, ну это старая история, не будем ворошить. Да, не будем. СМС-очка. Ничего не вижу. Ладно, счастливенько. Счастливо, да. Спасибо еще раз. Пока-пока. Я могу вам помочь? Можете? Ой, спасибо. Мы к ветеринару записаны. Пойдемте, я провожу вас. И проводить можете? Спасибо. Ну что, ушки у нее чистые. Так я ж чищу. Шерсть в отличном состоянии. Чешу. Антон вовремя позвонил. Я уже собирался домой идти. Спасибо, что задержались. Да, как он там? Ничего, все хорошо. Выглядит хорошо. Машина тоже такая. Да, тогда нехорошая история получилась. А что тогда случилось? Это он не рассказывает. Да, уволили его с работы. А за что? Радлов постарался. Тут потом такая Санта-Барбара началась. А что было? Радлов и Катя были помолвлены, пока не появился Антон. Ну и все, затмение.
Катя в Антона влюбилась и ушла от Радлова. Угу. А он? Первым делом уволил Антона с работы. Ну, с ним не знаю, там, что случилось. Слухи ходили, что он преследовал Катю. Ну, вернуть Катю. Ну, действительно, Санта-Барбара. Спасибо, мы сами найдем. Спасибо. Что у вас еще? Собаки лучше, чем некоторые люди живут. До свидания. Грей! Ко мне? Ай, бравушки, бравушки. Хорошо. Грей? Сидеть. Молодец, молодец. Хорошо, браво. Ой, Детка, браво, браво. Ай, похоже, мама. Мы с тобой нашли соловья-разбойника. Как вы себя чувствуете? Голова не болит? Болит. Зверски болит. А руководству наплевать. Простите. А почему вы думаете, что это именно портье украл деньги? А кто еще? Он мне сразу сказал, когда премию объявили, что мне ее в жизни не видать. Потому что сам на нее глаз положил. У меня и доказательства есть. Какие, позволите? У него есть штука, в которой он в темноте все видит. Как ее? Прибор ночного видения, что ли? Точно. Вот он. Свет выключил, в сейф вскрыл и деньги себе. Только тихо, пока никому. Я его с поличным поймаю, когда узнаю, где он деньги прячет. Приветствую. Пуше или эклеры? А, что, простите? Марья Петровна, что больше предпочитает, буше или эклеры? Я хочу сделать ей презент. С утра посылал цветы, а вечером хочу десерт. Или торт. Василий Витальевич, а вы не перебарщиваете? Ни в коем случае. Такая женщина достойна самого активного проявления чувств. Сумасшедший дом, а не гостиница. Ты понимаешь, вашему Васе мало того, что он испортил мой день рождения. Да, ему этого мало. В 7 утра раздается звонок в двери, курьер доставляет мне этот букет. 7? Утра. 8 утра. Вася звонит мне по телефону и приглашает в ресторан на ужин. Ну чего ты меня напугала-то? Я думала, действительно что-то случилось. А тут ей цветочки красивые подарили. И что они на столе лежат? Это не все. Их надо вот воду еще. Вот, посмотри. Любовная записка. Дай. Читай вслух. Ой, да. Я вам цветы дарю не ради позы. Спросить должны вас эти розы, а с надеждой робкою в душе смягчили сердце вы уже. Это что за ужас? Нет, это потрясающе. Я тебе завидую, подруга. Почему? Машка, правда, завидую. Белой завистью. Почему ты тут завидуешь? Ты точно знаешь, что у тебя поклонник не Пушкин. Да. Он просто шахматист. Чемпион по шахматам. Че так долго? Чуть не уснул. Да не придирайся ты. Че, проводил своего женишка московского? Да не жених, это просто друг. Ну да, видел, как твой друг на тебя пялится. Но ничего, быстро его отвадил. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Привет, ребята. А бабушки нет? Да, я вот шел мимо, думал, застану. Дай, думаю, зайду. Знакомьтесь, это Матвей, мой друг. А, вы племянник Сергея Павловича. Я о вас наслышан, молодой человек. Ну что, пошли? Гонки не ждут? Мы прогуляться, Геннадий Петрович. До свидания. Алло, Варвара Ивановна? Да, Геннадий Петрович. Я вот возле дома Лизу встретил с ее новым ухажером. Вы случайно не услышали, куда они направляются?
Не знаю, куда-то на гонки пошли. Геннадий Петрович, проследите, пожалуйста, за ними. Я боюсь, вдруг они вляпаются куда-нибудь. Проследить? Вспомните свое контрразведческое прошлое. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня помните? Конечно. Знали? Узнал. Я все по поводу собачки. Я сейчас покажу фотографию. Вот, смотрите. Это он? Нет, нет. Это не ну, он. Да. Нет. А вот этот? Похож. Да? Вы знаете, это все-таки точно он. Это он. Собака к нему побежала по первому свистку, будто к родному. Да, ну вот да, да, мы да. это и уточнили. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо, до свидания. До свидания. Варвара Ивановна, да. А вам не кажется, что я иногда бываю занят? А, так я же к вам тоже по делу. А что, если Радлов выкрал не только собаку, но и Катю? Да не может этого быть. А почему не может? Ну, потому что у Радлова нет никаких причин ее похищать. Мои люди сейчас пробивают конкурентов Коренева по бизнесу. Может быть, там что-нибудь можно нарыть. Угу. Хотя у меня есть причина подозревать... Антон. О, Антон, нет. Да как нет? Нет. Варвара Ивановна, пару лет назад он играл. Играл по-крупному. И несколько раз был должен огромные суммы людям с криминальной репутацией. Может, он сейчас к этому вернулся и опять крупно проиграл? Нет, выкрасть свою Катю? Нет, нет. Ну, в любом случае, сейчас мы это проверяем. Хорошо. Ну, Радлов, он же обеспеченный человек. Ну? Я понимаю, что у него есть алиби. Ну, вы поймите... Я же вам уже говорю, у него есть алиби. В день похищения он был на выставке в другом городе, есть свидетели. Ну, а если он нанял какого-то человека, чтобы украсть Катю, понимаете? Ну, какой ему смысл красть Катю из-за разбитого сердца? Как в плохом мексиканском сериале? Не, Варвара Ивановна, вы уже ошибались с Коренем. Ну, знаете, в нашем деле тоже могут быть ошибки. В общем, короче говоря, пока у меня нет прямых доказательств, я Радлову заниматься не буду. Извините. Алло. Да, Матвей. Что значит «буду поздно»? Сложный характер, да? Ну, пока были живы его родители, все было нормально, а... Я как не могу с ним найти. Ну, когда они погибли? Год назад. Он до сих пор кричит по ночам. Извините. Нет. Алло. Да, товарищ генерал, минутку. Все, Варвара Ивановна. Что? Ничего, договорим потом. А, я попозже. Попозже, попозже. Лучше завтра, а лучше послезавтра. Да, товарищ генерал, я вас слушаю. Тебе просто повезло. Еще завидно, да? Что? Пошел ты. Слышь, ты. Что ты сказал? Что ты? Матвей, да не надо, ребят, прекратите! Успокоились. Остыли, я сказал. Все, спектакль закончен. Все по домам. Тебе, Лиза, я домой провожу. Может, со мной она пойдет? Вы, молодой человек, на сегодня уже отличились. Идите прогуляйтесь, поостыньте немножко. Пойдем, Лиза. Геннадий Петрович. Да Матвей на самом деле хороший. Да, неплохой, но у него пока ветер в голове гуляет. Можно вас кое о чем попросить? Ничего не говорить, Варваре Ивановне. Лиза, ты понимаешь, что твоя бабушка очень волнуется за тебя? Давай договоримся так. Сегодняшний инцидент останется между нами. Но ты будешь вести себя более ответственно. Перестанешь огорчать свою бабушку. Хорошо. Я сегодня узнал, что у Семена, уборщика, есть код от сейфа. Я уверен, это он взял деньги. А начальство наше, между прочим, деньги на новую премию выделять не собирается. Сочувствую. Геннадий Петрович! О, здравствуйте. Что, трудный день? О.
А я такой сюрприз приготовил Марии Петровне. Боюсь даже спрашивать. Это будет успех, а вы? Что, так и не решились пригласить Варвару Ивановну? Молчу, молчу. Может, партиечку? С удовольствием. Ага. Ой, я даже не думала, что так хорошо может быть, красиво, чисто, аккуратно. Поэтому мне вас рекомендовали. Мне нужна собака, щенок. Любой абсолютно породы, но самое главное, чтобы он был породистый такой, знаете, элитный какой-нибудь. Это. Хорошо, а зачем вам собака? Внучке подарить. А сколько лет внучке? 16. Ну, тогда можно. Да? Щенок – это очень большая ответственность. Вы в курсе наших расценок? Да, да, да. Это удовольствие не из дешевых. Да, да. Ну, вот замечательный щенок. Первый из помета, родители – медалисты. Ой, господи боже. Иди, чудик-мудик, вы тут хороший. Ой, какой хороший щенок. Катя Кореневой, вы тоже щенка подбирали? Грина, я Кате подарил. Подарили. Откуда вы знаете про нас, Катя? А я ищу эту собаку. Меня семья попросила. Да. Да что вы себе позволяете? Ничего, он вас опознал, свидетель. По вашему характерному свисту. Когда вы собак к себе подзываете, зачем вы украли собаку? Я хотел сделать ей больно. Так же больно, как она сделала мне, когда она шла к этому своему. Вы знаете, как я ее любил. Я был готов ее всю жизнь на руках носить, вот на этих. Мы с ней пожениться хотели, пока она... Я просто ищу собаку. Она у вас? Да. Надо вернуть. Понятно. Ну что, Грин, готов? А что вы скажете семье? Ну, не знаю, скажу, что нашли его в парке, приютили добрые люди. А вот вы что будете делать? Вдруг полиция пропажу, Катя с вами свяжет. Ничего. Я не имею к этому отношения. Меня уже проверяли. Mm. А вот на месте вашего следователя я бы обратил внимание на Кирилла. На Кирилла? А почему на Кирилла? Ну, понимаете, когда мы с Катей были еще вместе, то я вложил очень крупную сумму денег в их бизнес. А потом, когда она мне... Когда мы расстались, я забрал свою долю. Я сделал это специально. Я понимал, что это приведет к краху их бизнеса. Но они почему-то еще не закрылись. По какой причине? По моим подсчетам, у них долго 2-3 миллиона. Они давным-давно уже банкроты. Да вы что? Да. Ну, объявлять, конечно, они об этом не будут. Да. Ну что, Грин, готов к встрече с долгом? Спасибо. Иди сюда. Пойдем. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте. Боже, принимайте мой. Грина. Варвара Ивановна. Вот. Грин, боже мой, какое счастье. А где вы его нашли? Грин, в парке. Да. Там, где Катя с ним гуляла. Вот, я фотографию показала, и мне сказали, где его. Можно спросить. Вы понимаете, какой это хороший знак, а? Жень. Это значит, Катюша скоро вернется. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Да. Варвара Ивановна? Да. Були отсюда. Я вот собаку что? Нашла. А вы ничего не нашли? Варвара Ивановна, я прошу вас. Ну, еще увидимся. Извините, мне пора в офис. Я поеду. Алло. Наши требования. Передача денег состоится завтра в 9 утра. Кирилл Коренев должен быть с деньгами на пересечении трассы F-54 и 87-го шоссе.
Дальнейшие указания вы получите на месте. Алло. Ну что, засекли? Что, нет? Варвара, ну все-таки у вас поразительная способность оказаться в нужное время и в нужном месте. И у вас тоже поразительная способность. Вот они, преступники, пожалуйста, были под носом, а вы их опять упустили. Так бывает. Зато мы знаем, что передача денег будет завтра. Странно только вот Корнев настоял на то, чтобы деньги были настоящие. Меня это пугает. Сумма-то не маленькая, по мне бы лучше куклы. Так он за дочку переживает, что-то непонятно. Это я понимаю. Но что-то меня в этом деле смущает. Вот зачем похитители потребовали, чтобы перевозчиком был брат? А мне, дайте еще послушать разочек эту запись. Там какой-то звук такой, вот я вот где-то его недавно слышала, я никак не могу вспомнить. Вот. Слышите? Ну да, какой-то странный металлический звук. Вот я его где-то недавно слышала. Может, технарям отдать? Пусть пороются. Правильно. Отдайте обязательно. Ну, хотя... А Антона вы больше уже не подозреваете? Ну да, мы его проверили вдоль и поперек. Чист. Надо теперь понять, кому это похищение было нужно. Да. Я попробую это сделать. Что? Варвара Ивановна, я умоляю вас, что? Без ваших самостоятельных импровизаций. Да. Вы уже знаете, что передача денег будет завтра. Вы по глазам, вижу, догадываетесь про этот звук, откуда нет. Он? Ну так, есть предположение. Вот, пожалуйста, без этих предположений. Вы обещаете в это не вмешиваться? Честное слово? Да. До свидания. До свидания. А, как же, сейчас. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое и серое. Ой, что такое? Сейчас посмотрим, что это за концерт и заявка. Вот так тепло. Слушайте, Василий, опять забыла ваше отчество. Идите вы домой, пожалуйста. Простите, я жду, когда Мария Петровна появится. Вы весь дом перебудили. Печушка вы наша. Идите. Идите. Надо состоит и поет. Как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне, и вот а хорошо поет, чертяга. Красиво. Стали звуки неумолкавшие во мне. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и в то же вас очарование и та же в душе моей любовь. Идите отсюда, вы весь дом перебудили. Дорогая Марья Петровна. Я встретила и все было. Слушайте, Колобков, что вам нужно? Вы, Марья Петровна, мне нужны именно да вы. Да зарубите вы себе на носу, что никогда, ни завтра, ни послезавтра я не отвечу вам взаимностью. Никогда. Распыляйте свои чувства где-нибудь в другом месте. А вот я видела. Первый раз он приходил. И там, значит... Видите ли, Мария Петровна, есть старый хороший анекдот про то, что настоящая женщина никогда не говорит «да», а вы настоящая женщина. И поэтому ваше «нет» для меня как может быть. Поэтому у меня есть надежда.
За цветы вам большое спасибо. Здравствуйте. Может быть, Марья Петровна. Может быть. Зачем ты меня сюда привел? А я вот раньше такой чушью все читал. Замки, любовь, морковь, сюси-пуси. А теперь сам смотрю и любуюсь. Я, кстати, с гонками завязал. Ты серьезно? Ты решил больше не гонять на мотоциклах? Я подумал, что это реально опасно, а я не хочу волновать дорогих мне людей. Это ты про дядю? Не только. Есть еще кое-кто. И кто же? Как тебе сказать-то, а? Есть одна очень симпатичная и серьезная девушка, которая, возможно, скоро уедет. А я больше всего на свете хочу, чтобы она не уезжала. Потому что эта девушка мне безумно нравится. Настоящему нравится. А девушка больше всего на свете хочет мороженое. Ну, тогда, девушка, ваше желание для меня закон. Так, первый готов? Первый готов. Спецназ готов? На позициях. Кирилл, вы готовы? Да, готов. Вы все помните? Да, помню. Хорошо. Стойте, стойте, да я доложу, я доложу, стойте. Сергей Павлович, тут к вам. Все идет по плану? Кто ее сюда пропустил? Мы без понятия, я не знаю, как она здесь оказалась. Ему звонит похититель. Да, слушаю. Деньги привез? Деньги здесь. План меняется. Что? Езжай, пока сестра жива. Что, не трогай? Я сказал не трогать ее! Сейчас еду. Кирилл, оставайтесь на месте. Почему нет изображения? Сейчас, сейчас все будет, Сергей Павлович. Он уезжает. Быстро! Быстро! Я даже не понял, что произошло. Мне позвонили. Я поехал на указанную точку. Я же думал, вы за мной едете. Там машина припаркована. Вышел мужик какой-то в маске. Я же думал, вы видите все. Дальше ничего не помню, только удар по голове. Да все нормально. Там удар по касательной прошел. Небольшое рассечение и все. Сумку не нашли? Нет, наверное, похитители забрали. Ну-ка, иди сюда! Почему изображение пропало? Да. Объясни. Что это такое? Да кто его знает? Я все проверил. Камеры в порядке. И ты мне будешь говорить, что вот эта аппаратура 21 века полная? Да. Варвара Ивановна! Вы-то как оказались здесь? Когда такое происходит, я на передовой. Угу. Да. Замечательно. Прижимайте крепче. Хорошо. Вообще. Понял. Да фигово, Варвара. Ну да. Кто звонил? Варвара, я вас сейчас запру в автобус и поставлю охрану. Ваша сестра нашлась, жива-здорова, но она в состоянии шока и ничего объяснить не может.
Я бы... Видимо, похитители сдержали свое слово и ее освободили. А я бы вообще умерла на ее месте. Может быть, это был бы и выход. Не дождетесь. Жаль. Ну, значит, дело закрыто. Да, Сафронов говорит, что взять след преступника не удалось, денег найти не удалось. Слава богу, Катя жива и здорова. Ну, вам это дело не дает покоя. Не дает. Не дает, знаете, потому что противно. Противно, потому что все из-за денег. Ну, извините, Варварана. Пардон, мадам! Да сколько можно? Можно, сколько можно, сколько нужно, только ему. Да, товарищ генерал. В среду в 7 в моем кабинете получать инструкции. Борт на Сьерра-Леоне в 10. Есть. Геннадий Петрович. А как с вашим делом о похищении премии? О, нет, я сдаюсь. Я так и не понял, кто из них жертва, кто преступник. А мне кажется, что я поняла. Пардон, мадам! Блин, не могу запомнить. Не можешь запомнить, не играю в карты. Посмотрите, они же дружбаны. Видите? Им просто жалко стало, что премия кому-нибудь другому достанется. Они ее украли, поделили, а теперь режутся на эти деньги в карты. Да. Игрок, игрок. Ловко они из меня сделали свидетеля. Давай, 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 давай. Быстрее, 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 быстрее. Так. Иногда жертвой быть выгодно. Геннадий Петрович, мне пора. Варвара Ивановна, подождите, а как же... Ну, скоро там уже, я от голода умираю. Ну, еще 5 минут, и все будет готово. Катюш, подожди. Нормально. Да, да. Шашлыки. Ой, Варвара Ивановна, мы вам так благодарны. Да не за что. Я ничего не сделала. Мне не за что. Ну как не за что? За внимание, за поддержку. Вот вы понимаете, вы сразу поняли, что с Катюшей что-то произошло. Мам, мам, ну я просила же не говорить больше об этом. Все, я молчу, молчу. А вот мне есть вас за что благодарить. Да? Пес, Грин, ты где вообще потерялся? Как вам удалось его найти? Да, его в парке нашли. Добрые люди приютили. Ну, может быть, мы сходим, прогуляемся, нагуляем, так сказать, аппетит. Кирилл, пойдемте? Вот, давайте, давайте, прогуляйтесь. А почему бы и нет? Ты только поводок, Катюх, не забудь, а то убежит опять. Да. О, правильно. Пошли. Пошли гулять. Рядом. И прям совсем-совсем ничего не видели. Все время глаза были завязаны. Да, почти все время. Тошно. Вы знаете, мне не очень приятно об этом вспоминать. Да, я понимаю. Ну, а сколько их было? Вы должны же помнить, голоса были, разные голоса. Такие старческие, молодые голоса. Я же говорю, она не помнит. А может быть, вы это не помните, потому что стресс какой-то? Да. Да? Да, наверное, именно поэтому. Угу. Давайте, пожалуйста, не слушайте, будем. А может, вы не помните, потому что никакого похищения не было, а? Не понял. А что тут непонятного? Вы-то как раз все понимаете. Я не понимаю сейчас. Нет, вы ничего не понимаете. Вы не понимаете, что я все знаю. Это самое главное. Не надо сейчас отпираться. Если вы будете отпираться, я все свои доводы очень подробно расскажу Сафронову. И тогда будете с ним объясняться. Сколько вы просили? 2-3 миллиона. Именно столько, сколько не хватает для вашего вот этого тонущего бизнеса. Не поняла. Ну это Радлов, понимаете? Радлов нас на мели оставил. Что нам делать было?
Ну, я не знаю, можно было в банк обратиться, кредит взять. Да мы и так уже по уши в долгах. Что банк, вы говорите? Банк нам отказал в кредите, а отчим отказал в помощи. А мы в это дело всю душу вложили, вы понимаете? А сумму, вот, которую за помещение мы должны были по контракту, мы за полгода должны были выплатить. Время поджимало, что делать? Мы вообще изначально не планировали. Меня осенило, когда Антон устроил этот глупый розыгрыш на мой день рождения. Я поняла, вот он выход. Отчим же не может оставить нас без денег, без выкупа. А мне только оставалось прятаться. Я все время провела в нашем клубе, в подсобке. Самое главное, чтобы не попасться клиентам на глаза. А потом, когда пришло время деньги передавать, вступил в дело Кирилл. Вот, собственно, и все. Вы как нас вычислили? А чего вас вычислять? Вы же как на ладони. Я с Радуловым поговорила. Он сказал, что капец вашему бизнесу. А вы меня убеждали в том, что вы процветаете. Ну, в общем, дьявол, он в мелочах, молодой человек. Перестаньте, да уж говорите уже, как мы прокололись. Ладно, второй где? Звонок похитителя. Такой характерный звук. Я думаю, где-то я его слышала. Вот не помню где, а потом вспомнила. У вас в клубе звяканье вот этого вот металла ни с чем не перепутаешь. Вот и все. Смешно? Не смешно. Действительно. Смеяться нету никакого повода. Ну ладно, идите, вам возвращаться пора. Подождите, скажите, а что вы хотите за молчание? А вы что, сами не понимаете? Надо вернуть все деньги своему отчиму, все до копейки. Каким образом это вам решать? Вы натуры творческие, что-нибудь придумаете? Вернем все, я обещаю, вернем. Я не должна говорить, но скажу. Ваш отчим очень серьезно болен. И все, что он делал это для вашего благополучия. И вы недостойны таких родителей. Подождите. Бабулечка, я уже все решила. Что ты решила? С Матвеем у нас все серьезно. Не поняла, а Мурик? Ты же мне сказала, что у тебя с Муриком все серьезно. Не перебивай, пожалуйста. В Англию я не поеду. Прекрати. Нет, ты, конечно, можешь сама решать, это твое право. Но это, во-первых, не понравится родителям. Я представляю, что с ними будет. А во-вторых, это что, из-за мальчика, что ли? Только один мальчик, второй мальчик. Их еще знаешь, сколько будет? Вот так вот ломать свою жизнь в твоем возрасте. Один раз посидели в обезьяннике. И что, теперь не ехать учиться за границу? Ты что, ты имеешь такую возможность? У каждого человека, Лиза, должны быть весы. На одну чашу и на вторую посмотреть, что перевесит. Ну, вот так всегда, бабуль. Что? Я с тобой хочу серьезно поговорить, а ты меня постоянно уговариваешь, как будто я маленькая. А, ну да. Действительно, ты же уже взрослая. Я не знаю, что мне с Лизой делать вообще. Опять нас поджидает карауль. Она не слушается. Я никогда в жизни не думала, что у нас с ней будут такие проблемы. Мне вообще кажется, что это все очень серьезно. Что серьезно? Варя, это же очень сложно. Встретить своего человека, полюбить его и поверить в то, что счастье-то еще может быть. Чары Колобкова начинают действовать. Да что ты? Нет, конечно. Это уж я так... Гипотетически. Гипотетически. О, мне пора. До свидания, Геннадий Петрович. Всего доброго. Здравствуйте, Варвара Ивановна. Здравствуйте. Ну, я, собственно, с повинной. Спорт я проиграл. Ну, вот. Спасибо. Это вам. И за мной еще ужин.
Может, вы согласитесь сходить со мной сегодня вечером в ресторан? Я как раз завтра уезжаю, так сказать, прощальный ужин в романтической обстановке. И вы туда же, да? Thank you.